Так, в Сергиевом Посаде сегодня начинают поэтапную подачу тепла в жилой сектор. Температурный режим еще позволяет нам не включать отопление, но мы все равно сегодня подключаем жилые дома. По просьбам жителей делаем это раньше, сказал глава Сергиева Посада Михаил Токарев. Как добавил заместитель главы городской администрации Виктор Макарцев, сегодня начнут подключать оставшиеся детские сады и школы, а также другие соцобъекты. Выполнение этого поручения на особом контроле у городского руководства. В других поселениях, Хватькове, Пересвете, Скоропусковском, Богородском, Краснозаводске, включение отопления проходит в плановом режиме. По словам Александра Норина, заместителя главы районной администрации, курирующего сферу ЖКХ, тепло также начинают подавать многоквартирные дома от сельских поселений.